как же заебало все. Фух, это не денек, а пиздец какой-то. Давай, иди. Тебе пизда, блядь, ты понял, нахуй? Ебать, да ну нахуй, я его рот ебал, пиздец. Меня бот только что перестрелял, понимаете? Калаш. Калаш только что бот перестрелял. Охуительный шлем новый, с кайфом. ПП, это вот просто GG's, блядь, понимаете? Это шлем просто говно, блядь, просто... Пизда, блядь, огребаешь, блядь! Хуй, блядь, мамин, блядь! Чего, блядь? Свистни, сходи в хуй, блядь! Тебе сейчас пиздец придет, блядь! Да, ноги бы тут не сломать. Вы слышали, что чел сказал, да? Надоело все. Еба, он говорит какую-то хуйню лютую, когда ты убиваешь только типа, прикиньте. Вообще лютую хуйню говорит. Ебать, жесткая, вообще, ну мне по кайфу прям. Сука, Маша. Налей нашего специального пива! Бля, бля, бля. Это что за хуйня, такого же не было тоже. Да шлем же шляпа, это зачем? Ублюдки прямо! Это... пожрать бы? Хули ты стонешь там, как шлюха, блядь? Урод! Ай, красавица! Ну прыгай, прыгай! Сука! Смотри, пацаны, дерзкий какой, а! Ну чё, бля, работаем, бля, работаем, бля, работаем, бля. По приколу чел стелит. Блин, не палимся, а? Нам кошмарных еще не хватало. Чё-то не нравится мне это место. Не, он по приколу стелит, очень круто прям. Вы чё? Кроем сектора, внимательно, внимательно. Не, крутой, крутой тип. Я поначалу не распробовал, типа, сейчас всё. Как бы Базара Джексон. Крутяк. Хуй, блядь, мамин, блядь. По-русски, хуй ты мамин, блядь, по-русски, говори, блядь. Это лютая хуйня. Вообще пиздец. Хуй ты, говорит, мамин, по-русски, говорит, говори. Это очень жестко, пацаны. Плюс-минус, это... Вы давайте, ну, не агрессируйте, все хорошо. Патчу только поставили. Хорошо, что вообще работает. О, лифт и вер. Пойдем воевать. Пойдем умирать под такие рассинхроны, я думаю. О, нифига, прикольный звук. Смотри, пацаны, дерзкий какой, а! Мразота! Я вас уёбков давил и давить буду, блядь!
никто целым не уходил! А чё с ХК стало? Вы это видели? Мне выбили руку и ногу. И когда я стрелял, вы видели? Оно её вот так дёргало. Она вот так криво стояла и её вот так вот дёргало просто. Разделал нахуй, как бог черепаху, блядь. Не, а вот так прикольно, когда на тело наставляешь. Вот так прикольно. А ну-ка, пофиксили? А ну. Да ладно! Чё, серьёзно? Чё, говорит, Никита, говорит, чё маза, говорит, соснул хуйца, говорит. Понял тебя. Ну всё, базара нет, давно пора было. Всё, ладно, постою по это. Всё, ГГ, пацаны. Только можно магазин перезарядить. 46 отдачи собрал с глушителем. Вот, вот падла, падла, вот падла, откуда мразота урод. Кого, блядь? Это что за хуйня же была? Это что за хуйня? Острее местечко-то, да? Блин, дикие еще эти. Только их не хватало. Ива, это крутая тема была. Отвечаю вообще. Так, что тут у нас? Что-то как-то тихо больно. Это крутяк был только что. Вообще лютый. Вы что там? Бля, Никита, хорош. Никит, просто хорош. Просто, бля, я такие эмоции получаю. Лютые. Просто побольше бы патчей таких, блин. Дай бог им сил, пацаны, чтобы они сделали эту игру, она лучшая будет просто. Пожрать бы. Фу. А чё он это будет еще говорить? Какой-то. Троим сектора. Блин, попой, братишка. Не, это круто, это очень круто. Это голос очень крутой. Я вначале не понял его вообще, конечно же. Но, пацаны, я могу сказать вам 100%, что это очень крутой голос. И вообще игра, типа, много контента завезла. У меня, блядь, я реально рад, пацаны, искренне. Я кайфую сейчас от Таркова, просто кайфую. Пацаны, ну, круто, если вы со мной разделили эмоции добрые, и это вообще кайф. Вот, вот падла, падла, вот падла, паскуда мразота урод. Сука, это просто пиздец. Нормально поет, братан. Тупо выдает просто, видал? Хорош вообще, базара Джексон. Просто кайф. Да, пацаны. Крутой, крутой очень бировец. Вообще, ну ничего не скажу, но правда очень крутой. А как заебало все. Так, вот так теперь делаем. Смотрите. Поньк! Вообще просто бомба. Вот это, ну прям. Ликую я просто, ликую. Так, хорошо. Так, хорошо, вот, я хочу такую сборку, допустим, он мне показывает, что нужно купить, да? Да, хорошо. Так, хорошо, я купил. Окей, отлично. Я собрал. Что, блядь? Что? Это... Это выход из положения такой? Вы чё, серьёзно, ребят? Челы, челы. Хорошо, давай вот так вот сделаем. О! О! Так. Хорошо. Шарите, да?
Просто вы понимаете, что происходит? Понимаете, да? Короче, объясняю. Значит, раньше что было? Раньше была у нас проблема. Вот, у нас была проблема в том, что вот все оружия, собранные в вашем схроне, верстак их считал как за модули. То есть верстак перестал видеть ваше собранное оружие. И поэтому, когда вы хотели собрать ХК, но у вас таких 5 есть, да, вы этого не могли сделать, потому что у вас думал схрон, что у вас все модули для сборки есть. Вот, значит, они это пофиксили. Спасибо им большое, но они сломали теперь другое. Теперь каждый раз нужно выходить с верстака. То есть вы можете одну пушку собрать и выйти, зайти опять и собрать. Неважно, нажмете вы через сборку, либо вы зайдете здесь. Разницы нет. Вот смотрите, показываю. Вот, пишем ХК. Открываем. Вот, да? Вот он мне показывает, что вот у меня есть огрызки. Я нажимаю выбрать. Нажимаю собрать. Он мне показывает, все правильно, разговора нет. Все, я нажимаю купить. Нажимаю собрать кнопку. А, ну, вот, все, да? И он... А, подожди, они кнопку добавили, да ладно. Все, базара нет. А, да ну нафиг. Да ну нафиг, просто вот. Просто я отдаю честь. Просто вот так вот, просто вот так вот вам, пацаны. Просто от души, лично от меня. Просто я не ожидал, что вы кнопку добавите, честное слово, пацаны, но вы сделали просто «Да ну нахуй! Ну да ну нахуй! Теперь можно сборки спокойно собирать! Ну наконец-то!» Вот это уже, бля, у меня аж мурашки пошли, пиздец, просто от души спасибо! Спасибо! Вы столько времени теперь будете экономить, пацаны, просто, короче, с кайфом, смотрите, вообще разницы нет? Взяли огрызки, вот так поставили, нажимаете сборка, все, выбираете сборка, выбираете свою сохраненную сборку на верстаке, вот, выбираете ее, окей, и сделайте собрать, он вам мало того, что он понимает, что какие у тебя собранные пушки, так еще ты собрал, потом нажал выбрать оружие, и опять собрал, пацаны, прикиньте, просто. Вы просто, вы представляете, братцы. Это же, ну, просто спасибо. Спасибо, все. Все, просто четко. Четко просто, вот по факту говорю, да? Эту кнопку я нажимать не буду. Объясню, почему. Объясню. Значит, смотрите, какая ситуация. Ситуация следующая. Объясняю, без негатива, да? Вот я вижу эту кнопку, что она есть, да? Но я не вижу, вот когда я нажимаю правым щелчком на боксы, я не вижу кнопку, там, лок или unlock слота. И пока этой кнопки не будет, я не буду это нажимать. Я прекрасно понимаю, что если сейчас я нажму эту кнопку, у меня просто вот эти все ящики, вот это все, то, что красиво разложено, это, ну, просто вот все это пойдет по... Не, я не хочу жать, вы сами нажимаете там. Я могу, типа, нажать в другом месте. Я пару раз нажал... Ящики улетел, медкейс и патроны со схрона. Ладно, давайте сейчас так проверим. Сейчас возьмем, например, вот, вот патроны, да? Давайте я вот так сделаю. Там, ну, например.
И сейчас в монтаже надо, вот когда нажимаю, да, просто сделать взрыв такой, короче. Не, ну а чё, всё чётко работает. Почти. А почему вот это вот сюда не отсортировалось? Почему не состакалось? Подожди, он чё, типа, сортирует по ячейкам? А чё, оно не стакает? Чё, просто раскладывает по схрону? Чё, серьёзно, типа? Блин, я чё-то как-то тогда не понял. В чём смысл? Не понял. Ну, типа, сортировка с сортировкой. Где сортировка? Непонятно. Вот. Дальше, теперь давайте дробовик посмотрим новый. О, компас, давай купим компас, конечно. Конечно, пацаны, как же без него? Местные пожаловали! Да ща порвем его! Завалил его. Лучше сам выходи. Все, пизда, блядь, огребаешь, блядь. Ну да, рёб получается так. Вот уёбок, блядь. Скуда. Я тебя порву нахуй, сука, блядь, вдоль, блядь! Чё, припухли? Кроем сектора внимательно, внимательно. Домой! Домой! Система по поиску тигра активирована. Тигр найден. Пи-п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 и
Пи-пи-пи-пи-пи-пи! Пи-п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 и! Есть кабанчик! Подрезал одного. Разделал нахуй, как бог черепаху, и, блядь. Как, блядь, свинищу подрезал, а? Вижу уёбище! Прямо дикий пидорас! Вижу пидораса, блядь! Вот он, уёбок! Один готов! Джи-джис! Это был крадущийся тигр, пацаны. Вижу кошмарно... У этого туриста билет в один конец! У меня оружие не стреляло. Сука ты, блядь! Ну где ты? Ублюдки прямо! Чё-то мне кажется, пацаны после патча не тащат, да? Вообще не тащат. Thank you.
Патроны кончились! Это 200-й! Слышу, ёбок! Чё, как там тебе? Печёт? Да! Конечно! Конечно! Цель уничтожена. Что за... Не вижу ни хрена. Надоело все. Ну чё, бля, работаем, бля. Где он? Ну где ты? Ты куда пропал? Лучше сам выходи. Слышь ты, сука, ты где? Держи глаза в шире! Этот сделан! Хуй, блядь, мамин, блядь! Сейчас в красную пойду, значит. Пойдем их перехватим. А еще один не пройдет, пацаны. Не пройдет. Это что такое? Nope. По-русски, хуй ты мамин, блядь! Говори, блядь! А! А! Слышу, ёбок! Чё, как там тебе? Печёт? Да понял я, нахуй, понял! Где он? Ещё раз! Ах ты, сука, у нас тут крыса, блядь! Не понял. У нас крыса! Дикий, прямо! Тут дикие! У нас ублюдки прямо! А? Вижу уёбище! Прямо, дикий пидорас! Твоих хвалит, блядь, крыша! Бандит прямо! А! Пиндус, ёбок, а! Я вас, уёбков, давил и давить буду, блядь! Джиджис. Нормально разыграли, you know. Челик, челик там тоже порофлил, молодец, подыграл. Красиво. Хуй ты. А вы видели внизу? Типа я чувака убиваю, второй на меня выходит, и он ему такой говорит, хуй ты, мамин, говорит. Сука. Этот сделан. По-русски, хуй ты мамин, блядь, по-русски говори, блядь. Да, да, Саня, вообще пиздец. Я говорю, просто, я реально, ну, братан, я просто кайфую, бывает. Я катаю, у меня эмоции от Таркова. Вообще, братух, ну, давно такого не было. Очень давно такого не было. Кайф. Просто кайф. Понимаешь? Так, Alt-R. Все, он разрядил. И какое там Ctrl-R? Вау! Прикольно! Видели? Видели, как он с этого затвора Патрик поймал? Так, так! Сейчас. Коля, 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 как прием слышно? Алло, да! Коля, блядь, на 300, блядь, боты там где-то ходят, блядь, в этом, в юрте. Алло! Да, да, Коля, да, на 300, я сейчас стою, вот на 300 ходят, ага. Все, вот сейчас я позже буду, братан.
Все, давай, на перезвоне. Вот так, да, как-то будет это? Как-то так будет с этим компасом, короче, коры. Этот сделан! Братан, да вообще по кайфу, честно говоря. Да как сквозь землю! Ты, сука, мышь. Минус один. Ты шо, ебанутая, слышь? Выходи по-хорошему. Прямо, дикий пидорас! У-у-у! Да блять! А у меня пушка не стреляет, чё за нахуй? Ну чё, всё, хана ему! Слышу, ёбок! Чё, как там тебе? Печёт? Вот ту ёбок, блять! Вот папа. Бля, как он живет? Пошел, пошел! Паскуда. Ну где ты? Не задерживаемся. Какое-то хуевое место. Ты, ноги бы тут не сломать. Лечиться бы. Да не, это была хуйня. Это я просто как урод ебучий сыграл. Я, блядь, мог бы такой красивый сделать момент, и я просто все запорол нахуй. Я, блядь, чела два раза пикал, как, блядь, ну, тупица ебучая. Хотел удивиться, почему у меня пушка не стреляет, блядь. Просто долбоеб. Ну, первого спрефа было классно. Это да, это было хорошо. Третий этаж. У меня тело. Ты как сквозь землю. Ты куда пропал? Да как сквозь землю. Ну где ты? Вот и поиграли, да? Пойду я отдыхать, братцы, на этой ноте. В общем, у меня сейчас там, ну, с этой памятью проблемы, ошибки вот эти висят. Короче, неудобно стримить стало. Стримлапси ничего не вижу, кто сабится не вижу, донаты не вижу. Короче, напрягает, немного раздражает это. Вот, что там, 8 часов стрима было, ну, просто топово. Завтра будет все утром, я приду к вам. 11 по Москве. Вот и будем дальше разваливать кабины, кайфовать. Поэтому всех жду. Спасибо вам большущее. Пацаны, я не могу сейчас экран включить. Не вижу даже, как вы меня видите. Вот, и я вам всегда говорю, братцы, я чистый. Естественно, я играю без читов. Я абсолютно легитный. Только вот голова и руки. И вот чисто вот, знаете... Такая практика, из патча в патч, практически всегда в первый день играют очень слабо люди. Вот. Доказывает то тем, что очень много подрубных ребят играет. Что-то мне так в ебучку сегодня не прилетало, да, как всегда прилетает. Вот, поэтому как-то так. В общем, братцы, спасибо, что были со мной.
Вот. Поэтому всех поднял, всех обнял, братцы. Берегите себя и своих близких, и да пребудет. Ну а я, как всегда, дотал в деле. Спасибо огромное, что были со мной. Завтра всех жду в 11 по Москве. Давайте хорошего вам вечера.